Не надо, пожалуйста, пожалуйста. Я хочу задать вопрос. Я хочу задать вопрос лекарю. Я хочу сдать анализ крови, слюны. Пожалуйста, я не могу все сдать. В нашем учреждении не берется. На каких основах? А вы на протяжении уже 2 часов не ходите в туалет и не пьете воду. Вот, вы просто стоите на улице, уберите. Покажите мне, пожалуйста, где. Я еще раз, я подам на вас в суд за то, что вы меня снимаете без моего разрешения. Я еще раз повторяю, я хочу сдать. Я сдаю анализ крови и слюны. Другие анализы я сейчас сдать не могу. Я не имею возможности сейчас идти сдать анализ сечи. Все, вас все почули, вымыкайте камеру. Да, все. Что вы скажете? Лікар. Вам же лікар надав інформацію. Будь ласка, виходьте. Смотрите, какая ситуация. Ви довго будете знімати, там ні разу не сходили за туалет за 2 часа. Я хочу у вас узнать. 266 стаття КУПАП України говорит о том, что в течение 2 часов меня полиция должна доставить в медицинские учреждения. Время нахождения здесь не ограничено. Я готов, я хочу сдать анализ слюны, а также анализ мазков с губ и пальцев рук. Пожалуйста. Так, значит, шановна поліція, 12.07.2020 года в 11.05 был доставлен на протяжении 2 часов. Ему было предложено выпить воды, ему было предложено выпить, сходить до туалетной комнаты. На протяжении 2 часов он ничего этого не сделал. Не выпил ни глоточка воды, даже не сходил в туалет. Поэтому, согласно совместному приказу МОЗ и МВС, я, доктор-нарколог Маликина Надежда Александровна, ставлю ему стан свинения на сливживание каннабиноидов клинично F12. Виталий Юрьевич, вы будете получать результат на руки? Конечно. Идите расписывайтесь. Было вы дома. 266 статья, еще раз скажите мне, КУПАП, о чем говорит? Пожалуйста, вы будете получать результат? Выключайте камеру. Да, я буду получать результат.